утро на Елисее. Мои калоши. Глупость, невежество. И так невоспитаны. Уважение. Одноименную сказку, ставшую сюжетом этого фильма, написал знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен в далеком 1838 году. В этой сказке галоши были волшебными и исполняли желания. У Любови желание простое – выгуливать свою собаку в комфортной обуви. Шпиц-жулик требует прогулок дважды в день, и девушка выбрала не уги или кроссовки, а настоящие калоши. Все детство провели в деревне, и калоши – это была первая обувь. Хоть родителям в стайку помочь, хоть в огород выйти. Удобно гулять с собакой. Сегодня, например, промозглая погода, ноги не замерзнут и не будут мокрые. В советское время калоши были неотъемлемым атрибутом гардероба любого человека. Их носили поверх туфель или ботинок. Зимой надевали на валенки. Фигурные калоши были для интеллигенции. Обычные бесформенные носил каждый второй. В Красноярском крае галоши появились в 30-х годах и оставались популярными вплоть до 80-х. Одевались шерстяные носочки и прямо галоши носились глубокие. Галоши такие носились поверх. То есть и в летний период, не только весной и осенью. То есть представьте себе галоши, это самая распространенная обувь была в селе. И я однажды, когда приехала на заимку к своим дальним родственникам в туфлях, они мне выдали галоши и шерстяные носки. Сказали, вот теперь ты похожа на нашу, а то приехала тут фартить, так сказать. Вот такие калоши были продемонстрированы миру в 1824 году в Бостоне, Америка. Это стало возможным благодаря открытию Гудиера. Он придумал вулканизировать каучук. Сейчас же делают калоши из вспененной резины, прочный, легкий материал. Стоимость таких всего 350 рублей. В 30-е годы галоши носили не только люди, но и кони. Специальное изобретение для животных должно было помочь в зимнее время защищать копыта не только от влаги и мороза, но и от скольжения. Только такие калоши не прижились. Резиновая обувь лошадкам не понравилась. Попробуй немножко ниже спускаться. Вот. Хорошо, хорошо. Для покорителей красноярских столбов галоши – обувь номер один. Они легкие и не скользят даже по мокрым камням. До сих пор сохранилось такое понятие среди столбистов – калошевать. Человека, который впервые поднимается на столб, в шутку бьют по мягкому месту резиновой обувью. Традиция забавная, но малоприятная. По себе знает Ксения Серебренникова и Денис Шабанов.